Выберу не делать ничего. Выберу джет, не эконом. Сегодня у нас радость, даже свет есть. Солнце есть, дождя нет. И не жарко сегодня. Окна открывали ночью. И прям так классно было, дождик, свежо, 20 градусов. Ну так что, хвастайся своим завтраком, бери, пробуй. Так красиво, что не хочется портить. У нас такой красивый завтрак. Помидорки, сосисочки, яички. И обязательно надо кушать свеклу. Чем полезна свекла? Ты там читаешь про питание сейчас. Чем всем полезно? Чистит кровь, да? Всем полезно, чистит кровь, да. Помогает со стулом, у проблем. Угу, надо чернослив еще, у кого проблемы, да? Или сливы. Ела пиццу со сливой, так вкусно, кстати. Пицца со сливой. Угу. Слива, там бекончик. Ну, не бекончик, хамончик. Это очень вкусно на самом деле. Чернослив, наверное, не слива. Не, обычная слива такая запеченная. Ну что, смачного кушаем. Да. Вкусно? Очень. Валере показываю, как я извращаюсь. У меня перец фаршированный с свеклой и сметаной. Угу. Это Валера так ест. А там дети ждут, чтоб остыло. У нас сегодня перчик на обед вкусный. Мы еще не наелись, да, перчика? Нет, ложечку. Ложечку, да, бери себе ложечку. Тут есть остатки салатика. Да, пока есть сезон, надо кушать перцы, фаршировать. Это несложное блюдо совсем. Вчера девочки готовили, очень вкусно получилось. Учу детей, у них получается, так что будем готовить. Кто многое вкусно кушает, тот что делает, Марк? Кто много кушает, тому что нужно? Много двигаться? Так что мы приехали позаниматься спортом, немножко походить. Оказывается, ходьба не просто полезна, а очень полезный вид спорта. Когда ты ходишь, то к тебе приходит энергия. А на энергию приходят позитивные эмоции. Когда ты ходишь, эти печальные эмоции, негативные, вытесняются. И место освобождается и заселяется позитивной энергией. А если у тебя будет позитивная энергия, то к тебе будут люди прилипать хорошие, да, позитивные. И жизнь будет налаживаться. Поэтому ходьба прям must have. И чем больше километров ты ходишь, тем лучше. То есть не меньше 10 километров все-таки нужно проходить. И желательно каждый день. Не так, как я 3 раза в неделю. Каждый день. Ну, хотя бы 3 раза в неделю уже хорошо. Так что в прошлый раз я прошла 4 километра, в этот раз надо постараться хотя бы 6 пройти и наращивать километраж. Ну, а Маркушка на дзюдо приехал. Так что пожелаю тебе удачи и сил. Сколько там градусов? Я не знаю. Сколько градусов? Жары. Ну, вроде бы немножко похолодало. Легче немножко ходить. Так, папа водичку нам набирает. Пьем много, пить тоже очень важно. Очень важно пить. Там мельком прочитала комментарий. Ира, ты что, фильтрами пользуешься? Вообще не пользуюсь фильтрами. Вот вам близко показываю свои поры, свое лицо, морщинки есть. Нет, не пользуюсь фильтрами. Снимаю без фильтра. Папа, ты фильтрами пользуешься? Нет, конечно, так красиво. Зачем? Генетика. Генетика, да. Да, и забыла просто сказать про ходьбу. И когда вытесняются вот эти мысли плохие, плохая энергия – это плохие мысли, то ты можешь услышать свою душу и вообще услышать себя, что ты на самом деле хочешь. Айс? Да, это у меня сейчас я восстанавливаюсь и делюсь с друзьями, нашими зрителями, как я восстанавливаю силы. Получается, мы теряем себя среди суеты и вот этих новостей. Мы не можем услышать себя и свои желания. Получается, мусор в голове.
когда много мусора в голове, то ты себя не слышишь и не можешь понять, что ты хочешь от этой жизни. И чтобы не было мусора в голове, надо его вытеснить. И ходьба – это один из таких способов вытеснить мусор из головы. Мы же как этот компьютер, да? Загружаем в себя, что надо и не надо. Вот и я так загрузила себе мусор в голову, чтобы аж плохо стало. Сейчас благодаря ходьбе будем его выметать. Марк, даже не выходим. Фух, мы это сделали. Я прошла 7 километров. Можно за себя порадоваться. Сказать, какая ты молодец, Ирочка. Валер тоже молодец. Вот такой мокренький, маечка вся мокренькая. Мы с Валером такие мокренькие. Мокренько у нас это... Знаешь, соревнования такие есть, такие мокренькие маечки. Мокрые маечки. Ну, мне не очень смотрится. На Ире бы лучше смотрелось. Не, Ира так не промокает. Ой, ой, ножки освободите. О, фу, как хорошо. Пройтись. Слушай, действительно, мысли очищаются. Мозг становится тоже чище. Ведь это болезнь современности, да? Тревожный мозг. Ну, ты знаешь, как это ж, мы живем же в мир информационного мусора, он везде. Угу. Больше всего, конечно, его в смартфоне, ну, потому что смартфон нам все заменил сейчас. Компьютер, телевизор, все остальное, общение же живое. Поэтому надо уметь это все дозировать и как-то нормировать. Да, да, баланс, да, найти. Получается, телефоны, особенно вот эти ТикТоки, Инстаграмы, да, 15-минутные, ой, минутные, секундные видео, вот они как раз и делают наш мозг тревожный. Очень много информации, и той, которая нам не нужна, эта информация, мы в себя впитываем, 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 а потом, опа, а где энергия? А нету энергии. А куда я ее потратила? А вот так, никуда потратила. И потом вот эта вся усталость хроническая, еще какая-то ерунда. Так что, как бы, да, наше счастье в наших руках, да? Да, да? Наше счастье в наших руках. Если мы захотим, мы все можем исправить. Сказать, стоп, я так не хочу. Я хочу быть здоровенькой, я хочу, чтобы у меня мозг был спокойный. Я хочу спокойное душевное состояние. Вот и я тоже захотела. Захотела спокойное душевное состояние. Начала терять себя. А не надо. Сегодня хорошо. Ветерок, да, тут продувает. Но все равно попотели хорошо. Ждем Маркушика. У него там же сколько еще времени? Где-то полчаса еще он будет заниматься. Я бы могла бы еще походить. Но я не хочу так резко, получается. Сначала я 4 километра ходила, потом плюс 3 до 4. И на следующий раз доведу уже до 10 километров. Будет круто, если получится ходить по 10 километров. Единственный минус, что я водичку с собой не беру. Воды мне сейчас не хватает. Надо было брать водичку. Но я перед выходом выпила свою воду полезную. И приеду тоже. Интересно, свет будет или нет? В 7 часов должны включить. Опять отключили нам свет. Во сколько? Два? Или в час? В час. Я купалась. В час нам отключили и обещают включить аж в 7 часов. Это жесть, конечно. Жарко, холодильники не работают. Хочется. Ой, такая мокрая, вспотела очень сильно. Ждем Марка, а я уже в предвкушении арбузика. Угу. Кстати, он такой мочегонный, а Валера нет, да? Валер? На тебя не действует так арбуз? Ну, так арбуз прямо вот так вот не действует. Он на меня действует. Я целую ночь бегала после арбузика. Ну, и плюс вода ушла, отеки. Мне понравилось съесть арбуз. Потом проснулся такой красивенький, без отеков.
Ты какой-то заросший. Ну и что туда? Люда, привет! Она не смотрит наши видео. Как не смотрит? А хоть теща ей привет передать. Теща смотрит нас, я знаю. Лена Ивановна, привет! Там люди, передайте привет от нас. А теща привет. Тоже давно не видел. Когда ты последний раз видел? Даже не помню. На день рождения у Оли. Давно вообще. Больше месяца. Да. А я видела на день рождения... В августе. Люды, в августе, да. Маму! Мам, и так не бывает на свете, что была потеряна дети. Что были потеряны с мамой дети. Забыто. Мама в ЭД. Мама. Не забывайте при... про нас. Приїдь. Дитині тяжко з мамою. Напечи пирожків. Не треба. Ладно, двінушки. О, треба. Мы уже дома. Мы будем кушать арбузик. Огромный арбуз. Солярчик нам порежет. И будем помнеть и чистить. Что чистит арбуз? Все. И на что влияет арбуз? На... На что-что? Сальцинус. Панкевич. Понятно. Ну, кому надо. Кому надо, ешьте, ешьте арбузы. Ира пошла есть арбузы. Ешь, Ира, арбуз. Тикая. Давай. Вау. Кто там? Это я. Арбузик давай, папа. Какой арбуз? Песенку поешь? Да. Марк, осторожно. Спелый. Все. Спелый. Кина не буде. В общем, я тут решил воздержаться от арбуза. Почему? Почитал, что при аллергии, амброзии не рекомендуют есть арбуз, дыню, мед, кабачки, эти каких, цукини, помидоры. В общем, Валера сейчас... А лучше гормоны все пичкой, да? Не лучше. Лучше уехать там, где нету амброзии. Вот я это типа, давно я говорю. Написал, поехали. Что, Швейцария, Испания, Средиземноморье. Да. Приезжайте. Ну. Я согласна. Да. Поехали. Выберу Луи Виттон, выберу это, выберу то.